Йоу, всем привет, братишки и сестренки, с вами как всегда Шуморо, и добро пожаловать в PlayerUnknown's Battlegrounds. Но сегодня мы будем с тобой смотреть на мобильную версию, дружище. Да, наконец-то я дождался, когда она выйдет на iOS. Я не использую в записи мобильных игр никаких эмуляторов, сейчас я буду играть вместе с вами на iPhone 10, на моем основном телефоне, сейчас я с него и снимаю игры. Картинка будет немножечко с черными полосками вверху и внизу, это связано с тем, что разрешение iPhone, оно такое большое, широкоформатное, и поэтому, чтобы уместить это в Full HD, делается вот таким вот образом. Поэтому, если что, не бомби, дружище. Не забывай поставить лайк, если ты захочешь еще папку на мобилочке. Значит, это мой первый запуск. Это только я создал персонажа, создал точно такого же, который у меня имеется. И давай мы с тобой осмотрим подробнее эту версию. Да, давай посмотрим на меню, что они здесь наводили. Значит, как я заметил, обрати внимание, у нас доступны только сквады, да? Сквады в левом углу. Я не знаю, почему в соло нельзя поиграть, но тем не менее. Есть какие-то миссии, да, за которые ты даешь, получаешь что-то... Залогинься, и вот тебе награда! Спасибо большое! Ура! Ура! Что это такое? Experience Vitality. Daily Battle, присоединись к одной битве и так далее, и так далее. Да, когда ты зарабатываешь, как я понимаю, выполняешь эти миссии, ты получаешь сундук, одеваешь своего персонажа. Давай посмотрим, что здесь по шмоткам. Знаешь, шмотки, как я понимаю, все у нас перекочевали из основного PlayerUnknown's Battlegrounds, абсолютно все те же скины. Что мы здесь не видели, мы здесь все видели. Есть парашюты, скины парашютов. Кстати, в основной версии папка тоже это скоро будет, насколько я понимаю. Это я не знаю, что такое, а это как раз коробки, которые у меня есть, у меня их нет. Вот они, коробки. Здесь мы можем за бабосики, за бипишки открыть какой-то сундучок. Ранговая система также имеется у нас. Команда, это, видимо, тот, кто состоит в моем скваде, и вент, которые сейчас проходятся. Залогиньтесь первый день, и мы получаем первую коробку. Давай посмотрим, что это такое. Что нам дают вообще. Open, давай, открывай. Опа-на! И у нас есть офигенная, удивительная, уникальная, можно постер сделать, удивительная, уникальная шмотка, которую мы надеваем. В трусах и в рубашке будем мы сегодня играть, дружище, это будет моя первая катка. В принципе, по меню все понятно, здесь есть чат, люди общаются и так далее. Ну что, дружище, давай, наверное, приступим, братишка, черт побери, посмотрим, что такое папка мобил, поехали, старт! Так, хорошо, хорошо, хорошо. Начало, начало, значит. Матч начинается через 53 секунды. Что мы имеем? Можем драться также кулачками, можем прыгать, можем сидеть, можем лежать. В принципе, очень удобно. Кстати, она довольно оптимизирована. Я даже не ожидал, что она так оптимизирована будет. Кулак также у нас расположен в левой части экрана, чтобы можно было удобно кликать. Как я и говорю, я не использую эмуляторов. К сожалению... Скорее всего, мне будут давать пиздюлей игроки, которые сидят с компа, потому что очень часто эмулируются Android-девайсы на компе. Я не приверженец этого, я считаю, что в мобильные игры надо играть в первую очередь на мобильном. А получать преимущество над другими игроками с помощью клавиатуры и мышки посредством эмулятора, ну, по крайней мере, это не мое, да. Вот, кому-то так нравится, кому-то нет, но я снимаю все мобилочки на iOS-устройстве. Как я это делаю? Через карту захвата и через HDMI кабель. То есть, грубо говоря, я к своей основной рабочей машине, где у меня студийный микрофон и так далее, подключаю, соответственно, телефон, и экран снимается с телефона. На самом телефоне на iOS никаких прок для записи не установлено. Все записывает у меня основная моя пиписочка. То есть мой персональный компьютер. Блин, черт побери, сразу в замес лезть. Ну, не знаю, может быть, мост перекрыть. Ай-яй-яй, как будто в новую игру играю. Знаешь, мне кажется, сейчас я так пенис пососу просто. Отсосу просто, прям глубоко заглотну песосик, блин. Я не знаю, что делать. Или туда давай прыгнем, блин. Или туда, или сюда, или ну куда-нибудь, блин. Я не знаю, новая игра, что-то интересное, понимаешь? Что-то меня прям пропирает аж, а? Ну, давай посмотрим. Давай посмотрим. Давай мы с тобой прыгнем. Куда-нибудь, я не знаю, вот сюда, например. А у меня же сквад есть, да, они же тоже меточки ставят. Сквад у нас улетел вон туда. Да, куда сквад-то разлетелся? Пацаны, давай со сквадом полетим. Как бы обычно с пацанами не играю, с рандомами. Но сегодня вот так вот поиграем, посмотрим, что это такое. Что это у нас за львиный тигр здесь такой? Давай попробуем, давай посмотрим, насколько это все оптимизировано, насколько это все интересно. Это, в принципе, тот же самый PlayerUnknown's Battlegrounds, как я вижу, да, то есть, ну, абсолютно все то же.
Графически здесь все более оптимизировано, срезана графика, текстуры, для того, чтобы на мобилочках это все могло идеально идти. iPhone 10, iPhone X, мощная машина, насколько ты знаешь, в плане игровом и так далее. В принципе, телефон мощнейший. Поэтому я не думаю, что будут проблемы. Ой, отлично. АКМчик и прицельчик. АКМчик и прицельчик. Так, как зайти в инвентарь? Режим стрельбы можно сменить, да, вот он у нас рюкзак. АКМчик, и сразу же прицел у нас наделся на АКМчик, да, я могу войти в прицел. Блин, как это неудобно, ты не представляешь, братишка. Автострельбы, скорее всего, здесь нет, я не знаю насчет автонаводки. Есть ли здесь автонаводочка? Ну, возьмем еще один прицельчик. Здесь еще один прицельчик, он мне не нужен. Нужны броня, шлем и прочее-прочее. Блин, ну это шикарно, это шедеврально выглядит, потому что играется это... Блять, куда ты нажал, долбоёба, кусок вонючего, блять! Извини, пожалуйста, я не привык, потому что, видишь, здесь, надеюсь, тебе было не громко, как я могу перезарядить это говно, этот, вонючку эту, вот так вот, хорошо. Бля, у меня пальцы просто... Ты знаешь, у меня небольшая рука. То есть люди, у которых, ну, реально большая рука. У меня небольшая рука, но я пальцем постоянно задеваю что-либо. Почему ты сам автоматически все берешь? Ты, маленький вонючий петушок, блять. Во. Миньку хочу, да. Вот Миньку я возьму. И Патрики сразу же взял. Лучше бы так, блин, в нормальной игре сделали. На ПК, чтобы все само надевалось и было бы удобно. Потом ты уже переключал бы. Но это просто чудеса какие-то. Блин, еще и пострел... Третий шлем? Да ладно, мне в нормальной игре, пожалуйста, дайте такое. Так, подожди-ка. Что у нас имеется? Вот это мы выкидываем. Вот это вот мы выкидываем. Да, мы можем это выкинуть? Да. Все, как бы мы выкинули с тобой девайсы. Теперь нужна бронька, естественно. Блин, как же неудобно, я чувствую себя таким... Знаешь, как будто... Я представляю, на PC же тоже игроки такие приходят, новички. Такие хуяк-пиздык-чирик, как бы... попадают в папк, и как бы у них все не очень... Скажем так, да, не учатся играть, не понимают, что происходит. Значит, у меня здесь режим стрельбы. Каким образом я могу переключать? Хрен его знает. Так, 95 метров до моего друга, но мне нужна бронька сейчас. Обязательно нужно бронежилет. Ты знаешь, очень, кстати, по текстурам я бы не сказал, что они здесь что-то урезали. Все довольно красиво, и самое интересное, что идет все очень и очень плавно. То есть, как бы... Че? Это что было? Опа! Опа-на! Пошел нахуй! Пошел нахуй, этот, он за моим другом хантится. Все, первый фраг есть у нас. Пацантре, что у него было? Что я могу? Опа, 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 Америка, Европа! Так. Нас домов тебе брыжут, да? Откуда черепонькают нас? Так, спокойно нахуй. Он друга моего пиздит. Пошел нахуй! Так. Блять. Говно вонючее, блять. Давай, братишка, нормально, я 2 килла сделал. Обоссанные петушки, блядь. Давай прикрычекрыжимся с тобой. Перебинтушечка. Так, здесь все удобно на интерфейсе сделано. 2 фрага пошли. Хуеть, блядь. Я понимаю. PlayerUnknown's Battlegrounds, блядь. На мобилочке, как бы. И пенисом можно всем насовывать, как бы. Я люблю приписовывать, приписюливать, ты знаешь, да, всем? Братан, ты мой, да, человек? Мой. Понял. Спасибо, что приполз нахуй, дружище. Иначе я бы тебе сейчас пизды дал, потому что над тобой ника никакого не видел. Хотел уже тебе пизды дать. Вот тебе повезло, молодец. Молодец, боец, блядь. Говно вонючее, блядь. Как ты мог так отлететь-то, а? Это же мобильная версия. Здесь же все должно быть... На самом деле, так тяжело играть. Я сейчас просто в ахуе. У меня сейчас передерг такой идет. Я не знаю. Я очень-очень охуевлен, взбудоражен. Че там у тебя? Блять, я шлем, что ли, сменил? Говно вонючее, это мой шлем! Игра сама сменила! Сука! Извините, пожалуйста.
понял, значит, да? Почему игра сама автолутится, блядь? Извини меня, пожалуйста, братишка, я... Что ты делаешь, блядь? Что ты делаешь, игра? Эмо. Хуэмо. А, эмо? Какое эмо? Возьми для вон акусик там. Не, пиздюк. Черт побери. Ладно, побежали. А как бегать здесь быстро? Ага, вот так вот можно бегать быстро. Гоу-гоу-гоу. Гоу-гоу-гоу, у меня нет микрофона, братишка. Чё там у нас по зоне? Мы в зоне, все хорошо. Но это вообще пиндецкий на самом деле. Это просто, просто описосительно. Я чувствую себя в PlayerUnknown's Battlegrounds, которая, в принципе, идет довольно гладенько на моей машине, да, на iPhone X. Я не знаю, как там с Android-девайсами. Сейчас, в принципе, я вообще Android-девайсы, если честно, не люблю. У меня Android-девайс есть. Ну так, чисто, тоже брал для того, чтобы записывать видео. Вот, на айфонах все очень удобно сделано, и по оптимизации я как бы никогда проблем не испытывал. И вот это вот мне нравится. Так, у меня есть первый левел броник, потому что броника у меня не было. Сейчас мне нужны больки. Коряк! Не-не-не-не-не. Кар вот сюда, пожалуйста. Так, хорошо. Хорошо. У нас есть коряк. Да зачем? Зачем ты мне бибикаешь, нахуй? Езжай сам, я и в соло поиграю. Так, давай перезарядим корячок. Корячок у нас тоже с прицелом. Опа! Это что было? Это я дверь открыл? Это я дверь открыл? Кто дверь открыл, нахуй? Я жопой могу здесь двери открывать? Чувак! Там же говно! Фух! Нихуя себе! Да-да-да, блядь, пока ты здесь еблом щелкаешь. Ух ты ж нахуй! Это кто такие, блядь? Кто эти люди, блядь? Спокойно, нахуй. Так. Не знаю, для СМГшки мне не надо ничего. Так. Мне нужно вот это вот. Да, все остальное мне не надо. Патриков надо. Я тут двоих ушатываю. Значит, пока ты ездишь тут на автомобиле своем. Хм, прикольно, интересно так сделано. Знаешь, это реально шедевральная игра. Слушай, я прям думал, что на мобилке выпустят какую-то поебень, а теперь мне есть над чем залипнуть. Я, знаешь, перед сном часто играю в разные мобильные игры, да? Ну, в основном это сейчас Hearthstone. Но сейчас там сейчас стал пизды получать, нахуй, потому что у меня колод нормальных нет. Вот, как бы... Ну, иногда и прям я прям всех джимбеню, а иногда просто пипец. И вот чувствую, что, блядь, буду в PUBG залипать на мобилочке, потому что меня эта игра абсолютно сейчас нравится, устраивает. Я здесь вообще здесь нормально как бы себя чувствую. При том, что я в шутеры на мобильных особо не really motherfucking pro. То есть, естественно, в шутерах на ПК я играю как бог. Как бы, ну, это я без лишней скромности, как бы, тебе заявляю. Равных практически мне нет, нахуй. Ну, так вот, и, соответственно, на мобилочке это просто пиздец какой-то. Я прям чувствую силищу свою тоже здесь, понимаешь? Скиллуха, она везде, понимаешь, есть как бы. Так, сейчас мне пизды дадут, я чувствую, да выебу. Опа, опа. Это куст? Это куст. А знаешь что, мне приходится, чтобы приглядываться, мне нужно, наверное, перед еблетом прямо взять телефон. Я не знаю, настолько близко я еще телефон свой не держал, чтобы понять, что я здесь вижу, что нет. Мне нужен прицел нормальный. Можно голограф взять, конечно же. Давай мы возьмем с тобой голограф. Мы возьмем голограф, да? И напихуярим его вот сюда. Вот это говнецо выкинем. Вот это говнецо выкинем. Вот этот вот мы выкинем. Вот это выкинем. То есть все нормально у нас по девайсикам. Единственное, что я не могу найти болик. Боликов. Точнее, блин, как бы мне пиздетинку здесь не вставили, а? Здесь и паркур работает, все работает. Сквад мне мой, по идее, нахую вертел, как бы. Мне они не нужны, эти ребята, пускай бегают. А, у меня... А где мои ребята? А, понял. А, ну и правильно, как бы. Нехуй, блядь. Я поиграю сам. Самостоятельно, против сквадов, срать вообще.
как бы, я чувствую, можно быстро пизды получить, но тем не менее, сейчас пролутаем здесь. Так, аирдропчик там летит где-то, ага. Пролутаем здесь, пролутаем там, посмотрим. Это моя первая игра, напоминаю, друзья, я пацан не скиллованный в ней еще. Ну, как бы, свой божественный скилл, конечно, имеется, но в плане... Играю первый раз вообще, вот честно, вот запустил, это такой первый-первый взгляд, да? Такое общее впечатление. И оно хорошее. Оно сладкое просто. А больки есть в игре, не? Почему я болик не встречаю? Боликов, это очень странно. У меня еще и шлем пробитый, кстати говоря. Блять, третий шлем просто так отдал. С земли, как говорится, снял. Не очень удобно управлять сейчас. Так, мы с тобой на территории. Зачем мне эти трупики показывать, пожалуйста? Я бы это с карты вообще убрал. Ну ладно, побежали, побыстрее сбегаем. Бежим на шифте. Смотрим, кто здесь. Давай вон там ангар сейчас пролутаем. И чекнем, будут ли молодые воины здесь, блядь. Тигриные бойцы. Мелкие сосцы. Ну-най-ну-най-ну-най. Люблю, ну-ну-ну-ну. Так, может быть, здесь есть кто-то, кстати. Автонаводка, как я заметил, имеется в игре. То есть ты чуть-чуть наводишься, а потом стреляешь. Подпихуяриваешь, как говорится, чуть-чуть. Графон нравится. Графон меня устраивает абсолютно. Ну, на телефоне все это мелко, хотя iPhone X, он не прям не сказал бы, что прям такой мелкий. Ну, достаточно неудобно, если честно, смотреть. То есть я вот противника практически не вижу. Очень тяжело увидеть. Только если кто-то... Опа. Ух ты ж нахуй! Это кто там был, блядь? Ты чё нахуй? Где он? Нахуй пошел, блядь. Фух, нихуя себе. Так, спокойно, блядь. А чё это за пацан одинокий воин? Дункан Маклауд, блядь. У меня бандажей 18 штук. Сука, как нубас играю. Сейчас проверю. Опа. А вот этого я искал. Вот это я искал, блядь. Болечку мне надо приимбинить. Так, ладно, хорошо. Use Energy Drink. Кстати, очень удобно сделаны. Бандажики. Как вот разделить их? Сколько выкинуть? Зажать? Или не зажать, блядь? Как разделить, сколько выкинуть? Нахуй, нубас вонючий. Вот здесь, наверное. А вот, partial. 8 мы выкидываем. Еще один болик я пока пить не буду, наверное. Давай посмотрим, где здесь воины молодые. Блять, как меня это бесит. У чувака был дробаш, как я понимаю. И только дробаш. Непонятно, есть ли здесь у петушка друзья. Еще эти могилки заебали, которые постоянно маячат. Наверное, они по одному бегали, лазили, да? Просто сейчас абсолютно непонятно мне, что я вижу, что я не вижу. Так-то на самом деле, знаешь, очень приятненько играется, блядь. Я вот вообще не ожидал. Не знаю, как далеко мы пройдем, что по зоне. Я думаю, мы в этом доме с тобой сейчас немножко обоснуемся. Да, ангар мы пробежали, потом челика залутаем, трупешник. Возможно, придут друзья просто его. Хотелось бы их прибрать, конечно. У меня со шлемом проблема. По-моему, у чувака вообще ни хрена не было. Ни шлема, ни хуема, ничего вообще. Я пока ничего не вижу. Скиллуху здесь тоже можно вырабатывать, насколько я понимаю, в этой игре. Но все зависит от того, насколько ты мобильный воин.
Я имею в виду не тот мобильный воин, да, который, блядь, играет симулятором. Ребята, не играйте в мобилку симулятором. Ну, как бы это личное дело каждого, но я просто скажу мнение. Приятнее играть, когда ты вот в таких условиях, да, в условиях мобильной версии. Симуляторами по хуесосничеству как-то получается. То есть ты играешь против тех, у кого нет эмулятора, да, соответственно. А это бред, на мой взгляд. То же самое, что читерство, да? То есть, ну, я так приравниваю. Приблизительно. Поэтому лучше играть в равных условиях. Конечно, если телефон не тянет, и у тебя нет обычного PlayerUnknown's Battlegrounds, то есть там денежек нет и так далее. Как бы все понимаю, кто-то работает, кто-то не работает, кто-то в школе учится и так далее. У кого-то нет средств покупать игры. Все люди разные, вот, поэтому на разные идут, конечно же. Но тем не менее. Я не думаю, что эту игру телефон сейчас современный не потянет. Там кто-то сидит или нет, нахуй? Ни хрена не пойму пока. Машина какая-то едет, что ли? Что-то слышу. Что-то я где-то слышу, братишка. Интересно, почему бойцы этого друга не пришли сюда? Может, у него пятерки были? Так, зона прокнула. Давай смотреть. В принципе, довольно близко от нас. Сейчас пиздюлей получу, короче. Я прям чую. Так, что там у тебя маленький было? Аптечка. И ни хрена больше. Так и знал, что бомж. Ох, так и знал, что бомж. А бомжа лучше не трожь. Ладно. Но он стрелял с айги в меня, по-моему. Вот, поехали. Вот там вот домики, там могли сидеть петушатки. Значит, 29 у нас человек еще в живых. Это соло против сквадов получается. Потому что мои бойцы откисулю получили. Очень быстро. Как бы мне откисулю не получить сейчас. По зоне все нормально, минута 30, как бы успеваем. Что могу сказать по графике? Ну, графика практически такая же, как на ПК. Я очень удивлен. Оптимизации уменьшены были полигоны, как я вижу, на модельках. Если кто не знает, полигоны — это сетка на каждой модельке. Каждая моделька имеет полигоны. Это обработка видеокартой, обработка текстур в память и так далее. Здесь уменьшены полигоны. Так, хорошо. Супрессор на пистолеты валяется. Греночка. Говно. Мне нужен... Ой, X4. Да? Да. X4 скоп. X4 скоп на кар пойдет, короче. Не знаю, насколько будет эффективно здесь с каром работать. Хуй его знает даже. Давай попробуем еще вот так вот сделать. Вот это вот выкидываем, вот это выкидываем. Пьем энергетик. Ну-ка, карчик. Карчик. X4-очка. Понял. Пятерки нужны. Пятерок нет, патриков, к сожалению. Но мы рядом с зоной. Тут, по сути, могут быть говнари, я их ни хрена не вижу. Шлем. У меня шлем не целый вообще. Ой, энергетиков навалили, спасибо большое. Энергетиков прям навалили, пошла зона. Сейчас будем по радиусу отрабатывать. Не знаю, насколько здесь много говнарей. Так, 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 так. Я так люблю хороший день. Хороший день. Ласкала меня киска. Блять, хуй его знает даже. Давай, маленький.
Надеюсь, iOS-юзеры играют только с iOS-юзерами, чтобы без эмуляторщиков. Так, теперь внимательней. С моей стороны идет кто, не? Опа, баги стоит. Здесь может быть одиночка. Где-то здесь может быть одинокий воин, Дункан Маклеод, блядь. Так. Хорошо. По зоне мне лучше пройти по вот этому кругу. Лучше я пройду по этому внутреннему кругу и буду занимать оттуда что-то. Давай смотреть. Так, двигаемся в этом направлении. Так, я ничего не вижу пока, блядь. Очень тяжело что-то различить на мобилке. В вышке могут сидеть маги, блядь. Это же башня магов. Гриб Тутанхамона. Ладно, поплыли, блядь, поплыли. Знаешь, как-то стрёмно. Нихуя непонятно просто. Плохо очень вижу. Как бы это надо в мобилку приглядываться очень сильно. Но зато на мобилке играю, честно, блядь. 18 живых еще, это дохуя. И все они где-то здесь прячутся. В любой момент могут выйти мне дать пизды, если их несколько. Это очень странно, блядь. Обычно ты в таком радиусе видишь петушат. Так, спокойненько. Нихуя не вижу, блядь. Очень неудобно. Эх, дайте мне клаву с мышкой, пожалуй. Угу. Там есть ребятята. Только не падай, пожалуйста, блядь. Здесь вот так вот чекаем. Смотрим, что будет дальше. Вроде топота никакого не слышу здесь. У деревьев, у камней, в домах. В домах могут быть, да, петушки? Значит, чекаем. Здесь в сарае может сидеть. Хуй его знает, кто вообще. Справа вроде бы нет. Слева чекаем. Постоянно двигаемся. Очень важно. Зона идет в нашу сторону. Челиков не вижу. Здесь где-то была стрельба. Сарай охуенное место. Как бы кто-то его не кружканул. Вот в чем вопрос. У меня есть кар, если что. Но реакции, как на ПК, у меня здесь не будет, нахуй. В этом проблема. Боюсь его даже в руку брать. Если честно, блядь, наушники. Пока что сидим и чекаем. Возможно, кто-то лежит в кустах. Да, вот там наверху война идет. Хуйня, война, там карчик. Не вижу пока нихуя. Здесь на поляне я бы лучше не сидел. Потому что там в домах может быть Петр. Не, пока нихуя никого не вижу. Хотя внизу там было подозрительный пиксель.
Ладно. Ждем. Пока ждем. 4 человека в живых осталось. Где-то они все-таки друг друга здесь подразобрали. Главное, не один на один против сквада. Опа, airdrop. Пойдет ли кто? Пойдет ли кто за airdrop'ом, блядь? Так. Хорошо, зона пошла. Все, что мне нужно, это продолжать сидеть здесь. Деревце хуеревце, да? Надеюсь, деревце меня не перекроет. Там airdrop, сука. Опа-на. Три в живых. Блять, надо с каром выходить, а я нихуя не вижу, понимаешь, братишка? Но выстрелы были близко. Сверху он или снизу, хуй его знает. Ладно, поехали. Опасный маневр, конечно, могу обоссаться. Где-то здесь за какими-то кустами, сука. Не вижу нихуя, братишка, вообще нихуя. Все такое маленькое. Может, их двое осталось? Спокойно нахуй. Вижу. Так. За тем камнем Пётр сидит. Да ну нахуй! Да ну нахуй! Топ-1! Ишмор непобедим! Ишмор ебошит как тигр! Ишмор непобедим! Да! Первая игра! И мой первый топ-1! Ебать, я рад, нахуй, это свой сос, и все вообще обоссанные пяти, блядь. Да, понимаю, нахуй, да, понимаю. Че, братишка, 1 000 000 лайков, и я еще поснимаю. Пиши, что думаешь по поводу этой игры. Не знаю, буду ли я здесь накладывать музыку, или нет, или оставлю как есть, чтобы ты прочувствовал всю ситуацию. В общем, первый топ-1, первая игра. Вот так вот надо, блядь, да? Пока, братишка, увидимся.